Здесь сырки по 11,50. Кефир здесь. Кефир коробка 52. Мне кажется, что ряженка коробка 40. Мне кажется, что в магните тоже такие цены. Так, здесь творог упаковками. Творог 800 грамм, 124 рубля. Ну, в принципе, я думаю, что дешево. Сметана здесь 62. Смотрите, ну да, это дешево очень. Миленко. Миленко сметана. Это полусметана. Значит, грамм здесь 40. Ну, наверное, это дешево. Дальше всякие йогурты. Ну, мне показалось, что это дешево. Молоко, кефиры. Я вам показывала перед этим вот десерты. Я люблю гранд. Это вообще, смотрите, вот это большой продукт, йогуртный, нежный, 47 рублей всего. Ну, классно. 48 большой йогурт. Здесь маленькие. Ряженка 48. Сыры. Сыры по 66, 219, 41. Российский 129. Здесь, наверное, хороший российский.